Сегодня у нас 28 июля 2023 год, вечер. Вот с братом Николаем вышли на улицу. Да, брат? Мир вам всем. Слава Господу нашему Иисусу Христу, Сыну Божьему. Сегодня у нас день такой очень радостный и благоприятный. Дело в том, что вот на эту ласточку, на нашу кормилицу, на нашу хозяюшку, это Нива Шевроле, заботливый брат Андрей помог приобрести резину. Резину ту, о которой мы мечтали 2 года. 2 года мечтали, и сбылось. Помог Андрей, Елена помогла. И Андрей, вот посмотрите, какая резина, прекрасная резина. Вот она. Она всесезонная и дождевая. Теперь наша ласточка может проходить, когда пройдет дождь, уже легко. Вот мы сегодня поставили на шиномонтаж, приехали и поменяли 4 колеса. Вот это вот. Все. И эта резина очень прекрасно себя ведет. Немножко тяжелее, немножко шумновато. Но по дороге, ну, совершенно другое дело. А по бездорожью держит дорогу, руль держит. Ну, просто... И мягко идет. И мягко идет, вот подтверждает брат Владимир. Да. 4 колеса. Брат Андрей. Спаси Христос тебя, брат. Спаси Христос, дорогой брат Андрей, дорогая сестра Елена. Ходатайствующий. Мы благодарим Господа, что есть такие помощники, есть такие доброжелатели, которые внимают нуждам и помогают по мере возможностей. Господи, благослови во всех делах и дорогах жизни Елену, Андрея. Воздай им по милости все то, что ведет их ко спасению. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Так что вот так вот у нас радостный день сегодня. Ну, слава Христу. Слава Христу во веки веков. Аминь. Аминь.